Вы телевизор, вы же смотрите тоже, да? Кого? Ваш телевидение. Ну, я иногда смотрю. Ну, редко, но смотрю, да. Я новости читаю. Я очень редко. Я тоже читаю в основном. Но вот то, что показывают тут сейчас, вот нам, угу. Да, когда мы телевизор смотрим, это показывали в феврале, в марте в России. Что одни, здесь показывают? Одни и те же кадры. Какие? Понимаете? Ну, про Херсон нам показывали. Сейчас, типа, в перерывах между прямым эфиром есть. Показывают кадры, которых сейчас нету. А их вам показывают то, что они сейчас идут. А это записи двухлетней давности там. Там прям видно. Денис, мне... вы вообще нормальный? Я? Нет, не нормальный. Да, вы не нормальный, да? Я нет. Херсон? Вот. Это официально. Смотрите, в Херсон официально доступа нету у украинцев. Мы не можем этого снимать. Да, это правда. А мы смотрим фильм, то, что ваши снимали про Херсон. Что они снимали? Два года назад, да? Давай. Не про два года назад. А что? Два года назад это то, что про сейчас, которое происходит. А ну, нам показывали фильм, что-то там про Херсон, что-то херсонщина, вот это вот. Что-то там это что? Да я особо не смотрю. То есть, но вы хотите дискутировать, ничего не знаете. Я смотрел те же кадры. Какие те же? Там девушка, которую говорили, она рожала в России, потому что украинцы то ли били. Тут она сейчас с ребенком в составе Украины как-то... Ну, вообще не сходится телевидение. Ну, то есть телевидение ведет третья страна, да? Какая? Войны. Инопланетяне? Может быть. Может, инопланетяне. Это девушка, которая где разбили госпиталь большой. И она выходила, это кадры, которые облетели весь мир. Ну да. Это было несколько месяцев назад. Mm-hmm. И она выехала, ее забрали в Россию, вывезли. Да, да, да. С Мариуполя, она с Мариуполя. Может, я чуть-чуть ошибся. Да, да, вот про нее. И что? И в чем нестыковка? А тут она не с российскими же ее показывают. С какими российскими? Ну, не с россиянами. А с кем? Ну, с украинцами, получается. Где? В Мариуполе. Какой месяц? Я не знаю, какой месяц. Mm-hmm. Но кадры, фильм, кадры фильм снимает, либо ваши берут кадры из интернета и просто вставляют это все. То есть правды информационной вот в этом в телевизоре нету. Ни с нашей стороны, ни с вашей. Короче, инопланетяне, скорее всего. Просто телевизор надо выключить. Всем? Да. А может быть, правду можно слушать? Слушать? Да. Мы были в Киеве, слушали радио каждый день. Один и тот же голос на 3-4 программах разговаривает. Что там слушать? Тоже слушать как бы. Я не знаю, что вы слушаете. И что? Ну, я был радищиком, я работал на радио, да, я вел несколько программ. И в чем проблема? Не, на одной волне? Да. А если не на одной волне, то один другой? Тоже не на одной волне тоже. То есть человек может работать на нескольких станциях, это нормально? Нормально, ну, не знаю. Денис, так. Чтобы что-то дискутировать, нужно что-то понимать. Ну, я, может, ничего не понимаю, но хочу понять. Как это происходит? Почему мне один и тот же голос говорит сначала «все хорошо», потом говорит тут же на другой волне, что «все плохо». Это для вас СВО или война? Как это вообще понимать можно? То, что ты привыкаешь к одному голосу. Привыкаешь же к маме, да? К материнскому голосу с детства привыкаешь. Все хорошо всегда с мамой, да? И мама когда-то иногда злая. И что? Она, ты ее видишь. И что? А тут ты не видишь, и один и тот же голос говорит по-другому. Вы мне можете помнить? Нет. В смысле по-другому? Я просто не понимаю. Ну, как-то... У меня мышление совсем другое, я вам так скажу. Да это видно. Это видно.